Народ, всем пламенный хелло, приветствую на канале Сэм Левен, жаркой солнечной Флориды, город Нейплс, и мы с вами буквально вчера были в салоне Lexus, вчера посмотрите ролик, это, ребят, у меня ролики пронумерованы, некоторые спрашивают, как искать, ребят, ну очень просто, номера посмотрите, два номера назад, три номера назад там, да, вчера я показывал, там вон у нас, видите, вот из угла GX торчит, на GX, честно говоря, не было цен. Но показал другие Lexus'ы. В целом ситуация такая, по Lexus'ам, по GX'ам. Значит, сегодня наценки на прайс MSRP достигают от 3 до 15 тысяч долларов, в зависимости от наглости дилера и штата, конечно же. Калифорния пока у нас одна из самых, как бы, таких вот, ну, дорогих. Я думаю, что такая ситуация не вечная, ажиотаж будет не вечный, я говорю, что немножко подождите. Поэтому, ребят, чуть-чуть надо подождать. Теперь, что касаемо сегодняшнего видео. Сегодня мы с вами посмотрим на траки, в том числе тундры. И я на днях запишу обзор опять тундры. Посмотрим с вами цены новые, старые, разные комплектации. Я сейчас покажу машины с пробегом, ребята. Потому что очень много запросов именно на секло и тундры с пробегом. Ну что, давайте глянем. А вы не забудьте посмотреть вчерашний ролик про Lexus. Ну и поскольку речь идет о траках, то я считаю, что вот это вот один из самых классных и красивых траков. Это мой красавчик, скажите, да? Блин, не могу не нарадоваться на него. Но, как все, как бы, остальное, скажу так. Я люблю часто менять машины, часто меняю, езжу на разных по настроению. Поскольку у меня рентовая компания. Кому нужно будет в Майами в рент автомобиль, пишите, звоните, можно как бы взять в рент. Можно его, кстати, взять тоже в рент, если что. Но дорого, дорого. Вот. А так, семейные минивены, мид-класс, как бы эконом-класс. То есть все, в принципе, ну все всегда новое из автосалонов, поэтому имейте в виду. Ну что, погнали с вами смотреть на Toyota с пробегом. Вот это, ребята, все вчера показал. TX-ы, LS, ES, RX-ы. Короче, все было. И LX даже вам один нашел еще. Тоже посмотрите, там все рассказал, показал. Так, Телеграм, Инстаграм, ребята, первый закрепленный комментарий, ссылка Телеграм, Инстаграм. Туда переходим, там смотрим машины и цены, там выкладываю и информацию чаще и быстрее даже. Так, ребята, в общем, начну с вот таких даже вариантов. Ну, знаете, это, конечно, совсем чересчур экстремально. TRD Offroad, Toyota Naples, 17-й год, 123 тысячи. Пус. Ну, давайте я засканю. Короче говоря, у них еще 600 долларов сюда прибавка будет. Я не знаю, надо. Ну, хотите, вот покажу. Просто, знаете, для статистики по ценам, да? Так-то это, конечно, машина уже все. Я думаю, что она, наверное, устала уже сильно. Поэтому, ну, просто с этого стартанем. Просто придется мне прерваться и каждый раз смотреть цену через сайт. К сожалению, они теперь здесь не пишут. Ребята, 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов, Toyota Tundra, TRD Offroad, Platinum, ну, то есть Toyota Platinum с Offroad, ну, это 5.7, старинная версия. Рэмчик, смотрите, это такой длинный кузов, огромный, чисто рабочая лошадка, 1500 и классик, Хэмми 5.7, и тут мы с вами, 35 тысяч пробег, 20-й год, это Tradesman. Короче говоря, такая комплектация. А у них дилер фи вот 600 долларов. 21 950. Знаете, что хорошо? Снегоход за собой возить, например, да? Или, ну да, мне кажется, снегоход, наверное. Потому что гидрик можно цепануть. А снегоход, наверное, удобнее будет вот так вот раз по салазкам зашел. И классно. Ну, кабина только на двоих. Ну, ценник такой кошерный, конечно. Ну и машина пустая. Чисто рабочая лошадка. GMC Sierra. Смотрите, сразу уже с кавером стоит. То есть крышка этого беда. Это, скорее всего, стандартный. 5.5. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим, что у нас тут по данным. 21 год. 58 тысяч пробег. 5.3. Так. И это у нас... Ну, сейчас посмотрим. Ну, кстати, такой не воняет, знаете, чистенький. Видите, шестиместный. Тоже рабочая лошадка.
Сейчас посмотрим, сколько стоит. Сейчас так вот вам его покажу. Ребят, таком и новые были у меня 3 или 4 выпуска назад. Посмотрите тоже. Там таком и разные пока. Новые, последние. Бэушка. Ну, сейчас глянем тоже. Но они, ребят, они как бы уже, мне кажется, что нет смысла покупать их. Лучше брать новые. Хотя, ну, сейчас ТРД вон ту посмотрим, какая цена на нее. Ребят, Sierra 32 тысячи. Sierra по цене Camry. Так. Frontier старенький совсем. Ну, не знаю, кому там интересно будет. Мне кажется, сейчас лучше пойдем дальше смотреть. Так, красивый серый цвет. Это у нас с пробегом машинка. Так, ну и здесь у нас закрыто. Так, это у нас 3.5 TRD Sport 4x4. Смотрите, с розеточками, с защитой кузова. 34 500 пробег у нее. Шестиступенчатый автомат. Ребят, не открывается на нее файл, к сожалению. Сейчас я вот эту белую посмотрю вам. В принципе, это тоже 4x4 TRD Sport. То же самое, только цвет белый. Пробег, правда, поменьше. 22-й год. 3.5. Вот так вот она, видите, на ткани. Тут все по старинке. Вот 11 тысяч. Ну, свеженькая машинка, конечно. А, здесь на механике, ребят. Ну, многим нравится. Охота, рыбалка. Горы. Механика хорошо, в принципе. Кто умеет ездить, не знаю. У нас, нас всех учили, поэтому мы все умеем даже. Мне кажется, все должны уметь ездить на, ну, наши года, по крайней мере, точно. Так, и так цена. Ребят, 41 500, капец, блин, как новая, представляете? Ну, я так понимаю, та, наверное, чуть подороже, то есть в районе, там, может быть, 42, да? Там пробег чуть больше, а зато там автомат, поэтому... Короче, вот такие расценки на такомы. Нифига не дешево, потому что новые это стоит сегодня там, ну, в районе полтинника, наверное, где-то, да, там хорошие версии. То есть, вот вам, пожалуйста. А, ребят, у кого есть доступ на сайт, кто в США живет, пожалуйста, вот, Germain Toyota. Заходим на сайт, смотрим реальные ценники, я оттуда вам их беру. Если вдруг там у кого-то есть какие-то вопросы по цене, сколько, так ли это, не так ли, то есть, пожалуйста, заходим. Я сейчас вам покажу вот сюда, прям можете зайти и посмотреть. Да, ребята, здесь все, что вы видите, вот все вот эти машины можно покупать без налога, если на экспорт. Внутри не получится. 23-й год, TRD Sport, 20 тысяч пробег, 3.5. Здесь у нас автомат как раз-таки. Ну, вот здесь вот. Идеальная, это сертифицированная машина, идеальное состояние. Давайте посмотрим, сколько стоит. Ну, вот это как раз будет как та примерно. Ребят, 40-950. 40-950, сертифицированная машина. При этом, ба-бам, видите? Ну, на самом деле, тут нет никакой проблемы. Крышку можно купить просто новую, а это можно, конечно, торговаться. Но вообще забили, похеру. Ну, то есть, на самом деле, чтобы вы понимали, крышка, она, в принципе, недорогая, копеечная, да, и вот здесь не надо даже ничего вытягивать, менять, там просто крышку покупаешь и меняешь. Им, как Toyota, это делать вообще как нифиг делать. Никто не заморачивается. Как есть, так есть, никого не волнует. Бамс, видите? А, бамс тоже. О, нифига себе. Это ж... Ой, не могу, это вот... В этом вся Америка, ребята. В этом вся Америка. Вообще забить. Покупательская способность большая, потому что кто покупает здесь такие машины? Люди, которые занимаются клинингом. Вот они, видите, приехали, вон лестницы нагрузили. Еще что-то. Клининги, чистка бассейнов. То есть там, ну, еще. То есть такое, это подсобная машина здесь, да? Соответственно, вот думаете, кто-то заморочится. То есть придет, ну, они скидку дадут. На самом деле поменять это несложно. Никто подготовкой не заморачивается. Рэм. Рэм 1500 Хэмми с e-торк системой. Ребята, одна из самых лучших систем, которая теперь повсеместно и стоит на всяких там и BMW, и Mercedes. А тут, конечно, Рэм. Вишневый цвет. Это у нас Ларами комплектация. Ребят, машина сильно уставшая. 62 тысячи, но ее прямо шатали. Кто-то ее труба шатал. Тут и
как бы сиденье такое немножечко. Ну, состояние машины, ну, руль тут просто вот его вытерли, просто вытерли. По стикеру она, ребята, 20-й год, 10-й месяц. С крышкой все. Где цена-то у нее, господи, хоть цена. Ну, ребят, такие машины я не рекомендую брать. Они тут, это они еще губы накрасили, видите? Максимальная подготовка, это чернение резины. А вот это вот, где-то будет и другая цена. Это одна из самых популярных по запросам машин. Я даже не знаю, сколько их продал. Пишите мне в Инстаграм, кому надо будет. В Телеграм пишите. Вернее, в Телеграме я и выложу. Я сейчас запишу и выложу. Короткие ролики потом туда выкладываю. Это как раз таки у нас 1794 с пакетом TRD Offroad. Это одна из самых популярных машин, потому что она в себе сочетает очень классные опции. То есть та же самая TRD, например, для задних пассажиров там не имеет вентиляции и подогрева. А здесь, например, посмотрите, пожалуйста, и вентиляции, и подогревы, да? И, пожалуйста, панорамная крыша. И столько пороги надо доставить. Здесь 19 тысяч реальный пробег. GLB, естественно, стоит, полный привод стоит. Посмотрите, вот видите, машины как отдают. Никто ничего вообще не готовит. Цифровое зеркало заднее, то есть оно классическое и включается цифровое. Есть видеорегистратор стоит родной, тойотовский. И иногда бывает еще... Нет, здесь сейфа нету, но иногда бывает сейф стоит. Ну, вы видели, мы такие машины поставляли. Она у нас 5 месяц, 23-й год. Давайте глянем. 23-й год, Toyota Tundra. Так, пробег сейчас посмотрю. Ребят, 62 тысячи. 62 тысячи, это красотка. Это еще жемчужный цвет, такой искристый жемчужный. Вот вам, пожалуйста, берем, и она едет. Это можно купить без налога. То есть у них будет 500 дилер фи. Ну вот, давайте я вам прям посчитаю. 62 тысячи, плюс они $500, сколько тут? $600 они возьмут. Соответственно, ну плюс доставка до Майами, там, не знаю, $200-$300 будет, да, отсюда. То есть, ну вот сюда прибавим, короче, 63 тысячи. 63 тысячи плюс 3 тысячи комиссии, 69. Ну и в Грузии она будет плюс 2 тысячи, например, 69. То есть, ну, 71 тысяча и вот это вот замечательное... Красавица, сертифицированная, обслуженная. Ну, фактически гарантийная машина, она это. Если они сейчас идут многие с реколами, у них там проблема с трансмиссией. Ну, не с трансмиссией, а с, она может при нейтральном движении начать продолжать двигаться. То есть на нейтралку когда переставляете, например, на автомойке, да, она может начать движение. Поэтому они это делают бесплатно. То есть либо она уже сделана, либо я загоню, сделаю, не проблема. Поэтому вот вам прям конкретная. Вот цена в Грузии этой машины будет 71 тысяча долларов. Вот вам, для примера, да. Ну, в принципе, в Эмираты, кстати, такая же стоимость. Так, ребята, ну и монстр от Форда. Это Лауреат F250 6.7 дизель на вот таких вот колесах. Помните, я вам там записывал, это Super Duty. Я вам записывал варианты, там новые от Shelby были, да? Смотрите, у меня ролик есть, там большой обзор, мы там улазили, я показывал, которые 250 штук вообще всего в год делают. Но это нет, это не та версия, но это очень серьезный аппарат. И я сейчас попробую найти, он весь тонированный, просто, ребята, вот в хлам, вот знаете, есть понятие, в хлам затонировать, чтобы даже лобовое нафиг затонировать, чтобы ничего не видно было, вот он весь затонированный. Это прямо какой-то маньяк был такой. Да, это бэд, конечно, тут можно, блин, бассейн просто поставить и ездить. Так, ладно, давайте посмотрим, сколько стоит этот монстр. Огромный капец, его обходить, его тут запаришься. Так, у нас 19-й год, 29,6,7. Ну, тоже, кстати, такая история, снегоходы, лодки на них таскают там свои. Ну, то есть, такая, как бы, машина для чего-то. Ее просто так по городу ездить на ней тут, как бы, не вариант. Единственное, ребят, машина
Ну, они ее, как бы, видимо, чистили, но она немножко прокурена. Тут затерто сиденье. Ну, вот он, реальный пробег. Кочерга. Это у нас дополнительные переключатели стоят. Ну так, видимо, они, ну, химчистили, то есть так сильно не воняет, но у меня просто тонкое обоняние, честно говоря. Я внимательно, что я сам человек не курящий, поэтому, соответственно, ну, для меня сильно чувствуется. Ребят, 57 950. 57 950. Так, у нас с вами есть еще... О, рапторы бегают, смотрите. Ящерицы. Есть вон еще, это у нас XP-версия, БУ с пробегом, причем она у нас Moonrock, то есть это вот эта вот лунная скала или лунный камень. И есть еще вот такая версия, пока не, это TRD чистая, это вот смотрите, TRD Pro, то есть не как там 1794 с пакетом TRD Pro, а это чистая TRD Pro. А вот секвои такие, ребят, сейчас днем с огнем не могу найти. Ищу просто еле-еле. Так, ну вот такая вот история. Ну, ТРД, ребят, есть ТРД. Особенно белая, она очень красиво смотрится. Белый цвет добавляет объем, она смотрится колоссально огромной. Но, в принципе, она и сама по себе не маленькая. Так, давайте я, наверное, вот ее вам на заставку поставлю прям. Так, еще бы ценничек бы нам найти. Ну, хоть ладно, хоть оставили их. Так, 17-23 год, 3-4, она всегда у нас гибрид. Не бойтесь, пожалуйста, многие боятся гибрида. Ребята, не бойтесь, пожалуйста, никаких гибридов этих тойотовских. Им уже 1000 лет в обед. Проверенные всеми ветрами и всеми погодами. Потому что у нас вот эта солнечная Флорида, это... Флорида и Калифорния, пожалуй, вот в таком виде все время, да, там. И то в Калифорнии не везде. А все остальное это, ребят, ну, там есть и Аляска, да, есть и дофига штатов, где зима, еще какая зима. Поэтому там тоже такие машины спокойно ходят, и все нормально. Так, сейчас посмотрим цену. Ну что, 69 950, блин, прям надо выложить. А, кстати, салон, у них бывает красный салон, а это черный салон. 69 950, вот так же примерно прибавляйте. Там, вот видите, $600 дилер фи и так далее. Ну, блин, ну, классный ценник-то, блин, за такую машину. Тем более, свежая машина абсолютно. И сертифицирована, вон, видите, certified. То есть, обслуженная, все, все, приехала вам как новый, как из автосалона. Так, и Ford F-150, и там наш Денейли стоит, HD Duramax, сейчас глянем. Так, у нас здесь тоже Ford F-150 с крышкой. Такая интересная крышка. Кстати, очень интересная. Крышка, ребята, всегда экономия примерно в $1500-$2000. В зависимости, но бывает и больше, и дороже. Интересные диски такие стоят. Это у нас Лариат комплектация. Диски почти в цвет кузова. Матовый, серый такой цвет. Очень красивый. Знаете, очень удобная машина, очень комфортная и удобная. Я прямо наслаждаюсь этим автомобилем. 22-й год, 10 тысяч пробег, 3,5. Тоже $600, сейчас посмотрю вам ценник. Салон тут вот такой вот. Ну, темный салон. Ручка складывается, раскладывается. Подлокотник, но я показывал, стоят камеры 360. Ну, короче, все, в принципе, такая нарядная машинка. Есть, кстати, вот такой вот доступ через замок. 51 933. Ну, считайте, 52 тысячи, да? Вот, пожалуйста, вам автомобиль. Вообще, сноса ему нету. Шикарный тяговитый двигатель. Очень надежный, очень понятный. И, я говорю, машина и сиденье, и внутри. Все обустройство комфорта и практичности ей вообще не занимать. Да, напоминаю, да, что это у нас с вами 3,5. Хорошо, тащит вообще. Так, ну и вот давайте в завершении сегодняшнего ролика посмотрим. Это у нас Duramax 6,6 литра. Ну, это так, это я вам просто покажу для информации. Denali HD Heavy Duty. Пороги, все дела.
Огромные зеркала. Ну, это тягач, прям тягач такой. Денели, конечно. Здесь сразу, видите, у него проекция. Тоже тонированность, проекция. Лампочки наверху стоят. Давайте посмотрим, что тут у нас. Ну, тоже руль такой затертый. 62 тысячи. Он у него в состоянии примерно как у того рама. Прожопленное немножко сиденье. Видно, жопом был большой. Тут вот это вот все, все этот. Ну, я просто вам покажу так, чтобы информация была. На самом деле, многие берут их и приводят в порядок. И как бы потом загоняют куда-то дальше. 20-й год. 63 тысячи, 6,6. Ну, давайте посмотрим просто ценник. Просто для интереса. Ребят, 61 700. За вот, ну, как рабочая лошадка. У кого, допустим... Вот представьте, занимаетесь вы, например, ну, арендой лодок, например, да, и вот зацепили, дотащили там, короче, такая, такая история. Больше, наверное, про бизнес. Думал под занавес, но тут взгляд мой упал на вот этот совершенно замечательный, это гладиатор джип. Причем, по-моему, сейчас я посмотрю, по-моему, нет, это Overland, просто они бывают дизельные, ребята. Им тоже сноса нету. Это, кстати, с ковером сразу стоит. Есть шикарный, видите, джип Гладиатор. У них пикап называется Гладиатор. Здесь еще на такой красивой коже. У меня была такая кожа, помните, у меня был Рубикон. Фары интересные. Он тут сюда то ли такие стояли, то ли поставил. Ну, а так, в принципе, она в стоке практически. Очень интересная машина, тоже такая рабочая лошадка. 25 900 пробег, 3,6. Но они бывают дизель, поэтому дизель для многих интересней. Пишите, кому надо будет тоже, если что. Сейчас посмотрю вам цену, скажу. А так, интересное авто, безусловно. Ребят, 36 тысяч. 36 тысяч, очень классный ценник. Сегодня седаны не буду обозревать. Lexus вчера посмотрели, так что... Всем всего хорошего, спасибо большое, что это, а вот, кстати, Honda. Вот, ребята, кто ищет тебе недорогой вариант, это, смотрите, гибрид Honda, $25 000 продается. Вот кто в США живет, вот, Toyota. Кому надо будет кредит, тоже здесь можем помочь с кредитом. Пишите, поможем с кредитом, если что. 20-й год, 49 тысяч пробег. Серый салон. Противоугоночка, видимо, стоит. Слушайте, свеженькая машина, до чего? $25 000. Так, стикер у нас 5-20 года. То есть она еще, ребята, 4-летка. 2 литра двигатель, гибрид. Ну, в принципе, и под кому подходит под растаможку. Вот вам, пожалуйста. Видите, иногда. Вот вам седанчик показал так под занавес. С проекцией даже, все дела. Хорошее авто. Особенно вот для первого авто. Приезжайте, вот возьмем в кредит гибрид. Хороший расход. Все, ребят, пока-пока. Спасибо, что были на канале. Увидимся.